Сегодня абсолютно случайно нам просто повезло найти вот такой раритет. Книжку по BMW R35. Книжка, конечно, в не очень хорошем состоянии. К сожалению, не хватает нескольких страниц. Но, тем не менее, читабельная. Все неплохо видно. Картинки не размыты. Запах, конечно, ужасный. Видно, она у него где-то в гараже лежала. Мазутой какой-то пахнет. Ну вот. Основная часть есть. Все самое главное, что должно быть в книжке, это присутствует. Угу. Пожелтела уже от старости. Ну вот. Чуть подклеить. Еще неплохо будет. Мы довольны.